Всем привет! Меня зовут Магаров Василий, я актер, мне 37 лет. Актуальная свежая визитка, как говорится. Наконец, февраля 2024 года. В том году принял участие в нескольких проектах 3X Media, 5 канал. Всю мою полную фильмографию аж 2009 года можно посмотреть по ссылкам в описании. Кастинг Крафт, кинотеатр, кинопоиск. Люблю жанры боевик, драма, криминал, комедия. Очень люблю действия, всегда поддерживаю актуальную физическую форму. Занимаюсь конным спортом, верховая езда, велосипед, права А, Б, мотоциклы, автомобиль, любые транспортные средства более 10 лет. Люблю также обращаться с огнестрельным оружием, фехтование, мечи, вообще моя любимая тема, особенно летом в хорошую погоду. В общем, физически подготовлен, опыт достаточно большой. Ну, конечно, как и любому, наверное, другому актеру, мне интересны роли сейчас как второго плана, так и основные. Хочется найти для себя образ персонажа, который станет главным героем и желательно, конечно, в хорошем художественном фильме. Предполагаю, что это мечта любого артиста. Отучился у Виктора Ивановича Бутурлина несколько лет назад, получил диплом. До этого несколько раз пробовал поступать в театральные вузы, раза 3 или 4, но, честно говоря, со временем понял, что это не мое. Я люблю кино. Я кинематографом увлекаюсь с детства, у меня просмотрено в моей коллекции больше 9000 фильмов, я ее постоянно выполняю. Сам пишу сценарии, иногда снимаю короткометражные работы. Свою дипломную выпускную работу «Потерянный рай» у Виктора Ивановича я защитил на отлично. Но вообще, конечно, больше всего мне нравится играть. Вот именно быть актером – это самое интересное, самая, наверное, такая загадочная и приятная для меня деятельность. Конечно, если меня спросить про мечту, я бы всегда ответил, что я хочу исполнить максимальное количество персонажей на экране. Вообще, вот всевозможных профессий, всевозможных характеров, всевозможного темперамента. Вот это мое стремление, моя мечта. Своих целей всегда добиваюсь, иду до последнего, поэтому увидимся с вами на съемочной площадке.